Коли я вперше їхала на Донбас, мене попросили заповнити анкету, де б я могла описати себе, свою зовнішність, якісь особливі прикмети. Я Наташа, і мені вже 40. У мене гострий ніс, красиві карі очі, тонкі губи, маленькі груди, що ще? Выйдите с машины! Я когда в Харькове училась, по этой дороге на выходные домой моталась. И тогда пломбы из зубов выскакивали. А теперь все говорят, война. Ты думала, с ума сойду. Вроде море, а капец как тяжко. А домой вернулась. Иду по городу, слышу, стреляют. И мне так хорошо стало. Я дома. Коли я дивлюсь в твої очі, мені здається, що мене взяли в заручники і опускають в темний підвал. І зараз почнеться невідомо життя. Можна я буду їсти картошку? Я же бачила, якими ти голодними глазами на мене смотрел! Я зараз ні в тебе тіло твого чоловіка мажі. Сейчас лезла. У Вити было очень хорошее тело, но сейчас оно меня не заводит. Что-то тело без головы меня не заводит. Витя! Я тебя люблю. Я тебя люблю. Ты думаешь, я лох, да? Делай, что хочешь. Значит, тебе нужно, ты хороший. Да зацепись, ты уже меня падай! Прости. У нас с ним все как в сказке про Джульетту. Все против нас, а мы против всех. Ада у меня первый. Ты весь такий герой. Ти розповідаєш історії про війну, про Донецький аеропорт, предмет мого дослідження. Малюєш на серветці позиції ворога. А захожу я во двор ко всім укропам, которых я завалил, говорю такой родителям. Я вашого сына убил, що он весил, почем кило? А ти, кстати, во сколько оцениваешь свои дела? 1000 гривен. Ты что, это дохуя? Вот мой! Вот эта дурочка поверила, я же пошутил! Не надо за меня молиться, ты неправильно молишься. Ты за маму молилась, и она умерла, и все, за кого ты молилась, умерли. Не молись за меня! Я в золоте разбираюсь, все золото! Теряешь человеческий облик! Я! Нет, я! Я особисто воюю тут за те, щоб моя дочка не прокинулась одного разу посеред війни, як ваші діти, і щоб по підвалам не ховалась, блядь! Це так страшно, коли ти так сильно любиш, так сильно хочеш і нічого, нічого не чувствуєш. І ні один, сука, патріот не віддасть життя за нашу з тобою цілісність. Зато на родині я герой. Моїй мамі вручати таку повістку, мол, типа, ваш сын в розыске, то, что убил 30 украинских военнослужащих общим весом 2100 килограмм. А мама что?